с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И меня многие просили снять такое видео, как сделать слайм. Вот я стою и рассказываю вам. Наверное, вы видели видео у Никиты Чистолет, как он надувал слайм. Этот слайм подарила я. Все эти слаймы делала я сама. Никита даже снял видео в лайк, как мы замешивали слайм на лавочке. А также многие мне писали, что я попала в видео в YouTube Алисы DIY. А прежде чем мы начнем, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для нашего слайма нам понадобится клей ПВА. Я беру вот такой. Легкий пластилин любого цвета. Можно по желанию добавить блесточки, вода и натрий тетраборат. И, конечно же, емкость, где мы это все будем мешать. Ну что ж, приступим. Выливаем клей. Откручиваем и выливаем. Он такие смешные звуки издает. А вода нам понадобится так, чтобы разбавить натрий тетраборат. Чтобы слайм получился не сильно плотным. Хочу, чтобы мой слайм был большой-пребольшой. Какой смешной звук. Так, все, до дна выливаю. Я уже вылила третью баночку. И теперь выливаем последнюю баночку. Откручиваем. И выливаем. Все, закручиваем. И теперь давайте добавим блесточки. Какого же цвета мне дано эти блесточки? Даже не знаю. Ну, наверное, раз легкий пластилин у меня зеленый, то и блесточки тоже будут зеленые. Так. Открываем. И добавляем. Я возьму вот такие темно-зеленые. Так, открывайте. Ох, вот и все. Я открыла. Насыпаем. Если слайм не будет большой, то я насыплю довольно много. Вау, это так красиво! Так, на пузыри. И пузыри хлопну. Всю баночку высыпала. Так. Ой. И теперь давайте перемешаем. Очень давно занимаюсь слаймами. Я делала и баттер слайм, и обычный слайм, и слайм из губки флористической. Если вы хотите посмотреть на эти видео, ссылочка на эти видео будет в описании. Заходите, смотрите и делитесь своими впечатлениями. Ну вот, я перемешала, теперь давайте загущать. Я буду загущать натрий тетраборатом. А как я загущала карбоном, я рассказывала в следующих прошлых моих видео. Ссылочка на это видео будет в описании. Ну вот, я перемешала, теперь давайте загущать. Я буду загущать натрий тетраборатом. А как я загущала карбоном, я рассказывала в следующих прошлых моих видео. Ссылочка на это видео будет в описании. Открываем. Вот. И теперь по чуть-чуть наливаем в нашу воду. Ну вот где-то вот столько пока не хватит. Закроем натрий тетраборат. Закроем нашу воду. Так, крепко. И теперь взболтаем. Перемешиваю.
палочку, потому что она вечно скользит и неудобно мешать. Давайте добавим еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Смотрите, он уже потихоньку начинает сворачиваться. И это круто. Вау, тут так смешно блесточки смотрятся. Надеюсь, они не будут выпадать. Еще добавим. Ребятки, я столько сюда нашей жидкости влила, что мне слайм не загущается. Поэтому я добавлю еще немного натрия тетрапарата вот сюда. Сейчас как-то буду пробовать вот такой вот рукой. Вау, эти звездочки так красиво здесь смотрятся. Вот такими плавными движениями мы вымешиваем весь слайм. Вау, он такой огромный. У меня же рука уже устала вымешивать. Так, еще немного сейчас польем. Постараемся. Очень большой. А еще, когда в нем соберется очень много пузырьков, он будет еще больше. Боже мой, ребята, такого гиганта очень тяжело вымешивать. Руки очень сильно устают. Так, давайте сейчас еще добавим. Ну, уже что-то более-менее похоже на слайм. Чтобы наш слайм отлип от рук. И, наверное, надо было, когда мы вмешивали слайм, залить нашу жидкость на руки, чтобы он ко мне не прилипал. Эх, боже, это так тяжело, он такой огромный. Так, попробуем достать и вымешаем. Давайте я его положу сейчас на стол. Вернее, вылью с рук. Отлепить от меня. И попробую вымешать эту маленькую часть. Не улетай. Не уплывай. Отлепать. И налью сюда вот эти остатки. И теперь вымешиваю. Так, ребятки, я еще все еще липну, поэтому давайте добавим нашу жидкость. Ой, это почти нет. Придется делать новую. Но я надеюсь, что этого хватит. Липа! Ух, хоть бы этого хватило, хоть бы этого хватило. Давай, отлипай от меня. Так, это сейчас не растечется. Вот, наконец-то я вымешала маленький кусочек всего лишь маленький. Теперь осталась вот такая вот куча. Вымешиваем. Здесь у нас осталась наша смесь, поэтому выливаем. И достаем остатки нашего слаймика. Вот они уже почти загустились. Даже перезагустились, можно сказать. Так, теперь быстрыми движениями мы вымешиваем. Все, я прилипла. Ребятки, если вы знаете какой-то очень крутой рецепт слайма, давайте его попробуем сделать вместе. Пишите в комментариях. Вау, какой крутой пузырь. Так, наверное, я сейчас немножко, совсем чуть-чуть добавлю натрия тетрапарата. Сначала на палец, и теперь на все пальцы. Еще чуть-чуть на все пальцы.
площадь. Вау, посмотрите, какой прозрачный! Это круто! Вау! Вау, 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 вау! Так, мне кажется, вот это огромный слайм нужно по-любому добавить. А ну-ка! Он такой прозрачный. Вау, он очень крутой. Теперь давайте я его еще немножечко помешаю и добавим легкий пластилин. Добавлять надо этот препарат, разбавленный с водой, уже так, тогда, когда вы уже отлипаете от рук. И дальше вымешивать. А если вы еще липнете, то добавляйте, добавляйте и добавляйте по чуть-чуть. Вот, все, я помешала, теперь добавляем легкий пластилин. Так. Открываем и добавляем. Да, я выбрала зеленый. Не знаю почему, потому что никогда не делала зеленый слайм. Я делала фиолетовый, розовый, разных цветов, но не делала зеленый. Я даже фиолетовый и розовый делала. И красный. Так, вот я открыла, разорвала пакетик и теперь перемешиваю. Главное, пластилина добавлять не сильно много, потому что слайм будет тянуться как пластилин. Вот так, сейчас покажу. Потому что слайм будет тянуться вот так. И потом мы не сможем надуть. Поэтому нужно добавлять по чуть-чуть. Вау, смотрите, пузырь. Очень красивый цвет, салатовый. Все, перемешиваем. Боже, это такой гигант. Гигант слайм. А вот сейчас я вас научу надувать большие пузыри. Теперь берем слайм за уголки и плавными движениями поднимаем вверх и вниз. Ребятки, на этом все. Я думаю, вам мой слаймик очень понравился. Поэтому ставьте лайки и